там фонарик один нам нужен. Сейчас, да. Что-то он, не Дима или? Андрюха, Андрюха. Да. Всем привет! Сегодня 7 марта. Как вы обещали, приехали снова на Истру. Вот, на улице минус 15. Прохладненько. Слава богу, нет ветра. Днем обещают где-то до минус 1 у нас получается. Вот, сегодня с нами, как всегда, Андрюха. Есть. В этот раз с нами приехал Армен. Вот. Армен, ты у нас сегодня первый раз, да, будешь ловить? Да, зимой? Зимняя рыбалка, первый, да, первый раз. Он уже по полной программе кайфует. Перед грибалочкой. Да, перед грибалочкой, да. Кайфует, как говорится. Жерлица нам ковыряет с луночками. Вот. Так что оставайтесь с нами. Подключаем всю нашу удачу. Посмотрим, посмотрим. Да, а выиграю в итоге я. Да. Так, вот что-то уже поймали. Флажок у нас нагнулся. Yes! Маленький! Андрюх! Ну-ка, давай-ка, показывай нам. Это вот только выставили, еще 5 минут не прошло. Шикардос! Подожди. Я забыл, что такое фолот, ребята. Она крючок оторвала, мы успели вытащить. Ничего страшного, сейчас переделаем все. Вот эта тема. Отлично! Тянуть, потянуть, вытянуть не можем. Это окунь же, да? Вот таких первый раз. Или как называют? Это окунь? Окунь. Полкило. Полкило, наверное, точно есть. Слушай, жирненький. Давай, счастливо. Андрюха, красавчик. Вот это бомба. Андрюха чуть ли не на коленях так взлетает. Хоп, и подсекает его. Я просто смотрел, Такой красавец. Вообще, а? Первый раз в жизни, ребят, мы такой поймали такого окуня. Да. Охренеть, я даже не знал, что здесь такие есть. Поехали. Рыба, приди! Считаешь? Либо окунь, либо совсем мелкая щука. Окунь, я. И совсем ранее сурудляются. Изот. Отпускать. Крюкарик маленький. Снимай, отпускай. Давай. Это еще меньше, чем у меня. Не, такие пусть растут. Не, пускай растут, что с ним есть. Конечно. Пусть мамку, папку зовет, бабушку, дедушку. Давай теперь я отпущу, вы мое отпускаете. Давай. Маленькая, да, отпускать надо. Еще меньше, чем у меня тогда было. Не-не-не, такие отпускаются. Нет, пускай живут. Вот это пробежка. Какой глаз. Да. Какой глаз. Да. Рыбиный глаз. Ну да, это совсем маленький. Да это привет, не грамм 150. Только не старайся, да, там проведите. Пускай она живет. Да, пускай. Оп, живой. Только с мускиной оторвал. Машка, беги за родителями. Плотва живая. Беги. Беги. Опять жерлица. Нас сегодня щука опять решила гонять. Нету? Должна дергаться. Если нет, то... Нет, значит, бросит. Все, доставай. Yeah. Вот, наконец-таки, у Андрюхи первый загарчик.
сегодняшний рыболовный денек. Все, что сегодня получилось ловить, это вот то, что получилось. Всего лишь одна щучка, но правда кило 600. Окушок на 500 грамм. Ну и так по мелочи немножко наловили окушков. Начало было, честно сказать, феерическое. Но что-то окончание было в 12 часов, как будто рыбу выключили. Просто перестало клевать все разом. Ну, правда, погода стала получше, стала более солнечной и потеплее стало. Вот, так что оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы очень надеемся на вас. А вот наш сегодняшний уловчик скромненький. Погладь ее.